господа, еще раз напоминаю вам, товарищи болельщики, в этих двух командах играют три игрока со сборной Российской Федерации. Один из них сейчас с мячом, вот с мячом второй. Спортсмены в красной форме – это Комета. Номер второй – это Максим Довни, номер третий – Сергей Крошка. А команда в белой форме – это Ковровец. Номер девятый – это Владимир Царев, игрок сборной команды Российской Федерации. Да, в общем, без лукавства можно сказать, что их только и видно на поле. Молодцы, молодцы, ребята. Отлично, отлично забил гол. Молодой игрок Ковровский.